одна из самых популярных звезд турецкого экрана Хазал Кая, которая 6 февраля этого года вышла замуж за актера и режиссера Али Атая, готовится стать матерью, ожидая появления на свет первенца Фикрета Али. О том, что она ждет ребенка, Хазал объявила не сразу, опасаясь давать информацию в первые месяцы беременности. Видимо, актриса была совершенно права, так как теперь журналисты буквально преследуют ее по пятам, бегая по торговым центрам, в которые она заглядывает время от времени, покупая вещи для сына. Хазал ведет активный образ жизни, не прячась от камер. Они вместе с мужем успели побывать на море, а в настоящее время актриса с удовольствием проводит время в компании близких друзей, несмотря на достаточно назойливое внимание со стороны папарацци. Появление на свет Фикрета Али супружеская чета Кая Атай ожидает в ноябре этого года, то есть ровно через 9 месяцев после свадьбы. И это наводит на мысли о том, что свадьба состоялась не спонтанно, потому что невеста внезапно оказалась в положении, как это бывает в турецком шоу-бизнесе. Хазал с супругом, которые прожили вместе 5 лет, объявили о помолвке осенью прошлого года и спланировали появление на свет малыша. Напомним, что Хазал несколько раз в интервью говорила о том, что ее материнство не помешает ее дальнейшей карьере, и она будет работать в сериалах и дальше. Похоже, молодая женщина четко осознает, что она хочет от жизни, и разумно расставляет приоритеты, уделяя внимание и семейной жизни, и материнству, и карьере. С таким правильным подходом наверняка дальнейшие шаги Хазал спланированы заранее. Будет ли она дальше работать в турецком шоу-бизнесе или у нее другие планы, мы узнаем после появления на свет Фикрета Али. Нам остается лишь пожелать актрисе крепкого здоровья и легких родов. А что думаете вы? Выйдет ли Хазал на работу сразу же после рождения малыша или же сделает перерыв в карьере? Оставьте свои комментарии под этим видео и не забудьте подписаться на наш канал.